чтобы ваша фотография заколосилась. Чтобы у вас с фотографией было все окей, друзья. Смотрите и слушайте в советы от Фавионыча. Вышел, был сильный мороз. Сегодня, друзья, про Некрасова тоже вспомним. Фотографируйте сами, никого не слушайте, даже Фавионыч. Друзья, привет, с вами Фавионыч. Скажите, Фавионыч умные, красивые очки нашел цветные, да? Типа умный стал? В общем, друзья, продолжаем цикл плейлиста «Трансцендентальное с Фавионычем». Вот так вот. И тема сегодняшнего короткого ролика, который вы успеете посмотреть, выпивая чай или кофе или прочие напитки, фотографируй. Или учение и ремесло. Никто его не видывал, а слышать всякий слыхивал. Без тела оживет оно, без языка кричит. Кому-то эти советы покажутся простыми. Как говорят, советы любой дурак может давать. Кому-то надуманными. Может быть, кто-то посчитает, что это неизвестно что. Особенно платные, да? А полезные — это уже другой вопрос. Полезность этих советов зависит только от вашего внимания. Что? Но я надеюсь, кому-то они пригодятся. Да, можно советы читать, инструкции. Вряд ли это вам поможет. На многочисленных форумах обсуждается, какими камерами снимать. Специальным приспособлением. Старыми, новыми, с какими затворами, какого формата и прочее, прочее. Нужные, ненужные вопросы. Но Фавионыч думает по-другому. Так, фотоаппарат. Чем снимать? Чем снимать, лучше быть в форме. Тогда будешь невидим и откроешь скрытое. Второй вопрос. Какие же объективы нужны для того, чтобы делать хорошие фотографии? Или, во всяком случае, получать удовольствие от самого процесса фотографии? Какие эти объективы? Широкоугольные, зумы, теле, еще какие, рыбьи глаза и прочее, прочее. Давайте ответим на этот вопрос. Катастрофа. Объект или по-другому объект или объектив? У одних он один, у многих два, некоторые обнаруживают третий. Немногие находят его неразделенным. Следующий важный вопрос, который наверняка у многих в голове часто появляется, это место съемки или где снимать. Об этом я записывал многочисленные видео, как найти по картам Google интересные места, как ищутся места самостоятельно в путешествиях, ну и как найти действительно уникальные места. Как ни странно, друзья, ответ у Фавионыча на этот вопрос тоже есть. Опять камера не выключилась, друзья. Не выключается. Место съемки где? Это уловка. Есть ли место на кинопленке, как вы думаете, или на экране? Успокой свой ум и сможешь обнаружить это. Вот мой ответ. Есть еще один вопрос, друзья. Это время съемки. День, ночь, вечер, золотой час, синий час. Об этом записано многочисленные видео разных блогеров, в том числе у меня есть огромное количество этих видео. Но ответ будет совсем другой, друзья. Звучит он примерно так, друзья. Время съемки. Как выбрать правильно? Обрети выдержку, и момент сам предстанет перед тобой. Только найди кнопку. А вы нашли кнопку? Еще один термин, который вы часто услышите в фотографии от разных профессионалов и не очень, это point of view, точка съемка, съемки, ракурс или, можно сказать, композиция. Здесь все, видите, в ромашках лечебных, целое поле. Так, друзья, готовы услышать ответ про ракурс от Фавионыча? Нападает практически. Нападаешь? Фавионыч. Где гнездо-то? Почувствуй изменения восприятия. Если не получается, друзья, уберите свою камеру в сумку или рюкзак и отпустите свои мысли. И будет вам счастье. Кружили со всех сторон.
кричат. Но мы гнезда не разоряем. Один великий когда-то сказал: учение – ремесло, пара крыльев человека. А вы, друзья, готовы летать? Подумайте об этом. Может, вам покажется это на что-то похоже, на какие-то учения, друзья? Нет. Это на самом деле просто знание. Кругом запреты. И завариваться потом. Кто смотрел мое видео, посмотрите. Выход существует всегда, друзья. Сюрприз. Друзья, если вы хотите получить готовый ответ, не получится, наверное. Сегодня опять жара. Мне уже в комментариях написали, что я сумасшедший. Ну хорошо, что со мной, друзья, мой имбирный любимый лимонад. И дерево. Кто это мы? Мы. Мы это с Фавионычем. Пошел за красивыми вкусными помидорами, заодно купил редиску. Но я надеюсь, друзья, вы не будете редиской. Напишите хорошие комментарии. Хотя пишите любые. Мы все читаем. Так уж получается, друзья, что мы живем с вами в мире, где деньги, оплата, платные всевозможные специалисты, эксперты. Я не являюсь ни таким, ни сяким. Я просто инженер, которому интересно заниматься фотографией. Но если вы считаете, что знания, которые я вам даю, полезны оказались для вас, вы можете поддержать меня. Ссылки есть в описании канала под каждым роликом, в том числе на Donation Alerts и на крипту. А с вами был Фавионыч, друзья. Видите, крылья не только бывают у птиц. Но об этом совсем другая история, друзья. Пока.